Чувствую себя хорошо, так как был небольшой перерыв от гран-при в Риме до сегодняшнего гран-при, поэтому выступление считаю удачным. В какой-то момент в бою я потеряла концентрацию и пропустила в голову, поэтому дальше не смогла отыграть. И не хватило какого-то напора, наверное, с моей стороны быть чаще первым номером и опережать действия соперницы. Считаю очень достойной, сильной соперницей. Очень хорошо работает с ближней дистанции, поэтому было сложно защищаться именно в клинче. Поэтому дальше будем работать, чтобы выигрывать уже всех.